самого утра в городе возле фонтана играла музыка и доносился аромат шашлыка. Перед горожанами на сцене развернулось театрализованное представление с участием зимы и весны. По традиции, два времени года боролись за лидерство, а малыши в это время сражались на надувных мячах. Несколько развлекательных площадок было организовано для десногорцев в тот день. На одной из них проверить свою ловкость и меткость могли дети. Они метали дротики и стреляли из лука. Другая площадка предназначалась для более взрослых. Несмотря на переменчивость погоды и небольшой дождь, очереди за масленичными вкусностями были внушительными. Блины не успевали нажарить на всех желающих, а шашлыки стремительно снимали с шампуров. Как проходит праздник? Замечательно, весело, прекрасно. Даже не холодно сегодня. У людей хороший аппетит, много продали. Аппетиты хорошие, все прекрасно. А шашлыка хватит до вечера на все? Ну, думаю, продержимся. Со сцены звонко пели коллективы художественной самодеятельности и согревали зрителей любимыми народными песнями. А веселые скоморохи в перерывах между выступлениями развлекали детей русскими забавами. Игра «Золотые ворота», конкурс «Прыгуны», перетягивание канатов. Желающих повеселиться от души было много. Битва мешками на бревне особенно понравилась участникам. Все жители и гости города, посетившие праздник, организация мероприятия, остались довольны. Все организовано. Блинчики. Для деток тоже увеселительные все мероприятия. Вообще все супер. И по главной традиции, в конце гуляний возле эстрады сожгли масленичное чучело. Словами «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло», десногорцы встретили весну. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.